sew up every bitch in the country. Me and you up in the same motherfucking room, on the same level. Cry like hoes, fully eradicate my foes. My lyrics explode on contact. Came in you hoes, who else but mama's only son? Fuck the phony niggas, I'm the one. Say my name, watch bitches come. Now fire when ready, stay watching now, figure. Increase speed, make you motherfuckers bleed from your mouth quicker. Plus all these niggas that you run with, be on some dumb shit. Trick on the hoes, I ain't the one, bitch. Holler my name and witness game official. It's so sick, have every single bitch that came with. On my dick, plus this alcohol increases the chance to be deceased. I'm moving you stupid bitches. This is delicate. Я приехал из Грозного. Зовут меня Бадруди. Меня зовут Расуль, я из Владивостока. Меня зовут Мигель, я из Красноярска. Очень давно хотел попасть на мастер по Сквозену. Уже с начала ноября месяца заваливал его в директ своими сообщениями. Когда, зная плотный его график. Вот, слава богу, пришел. Дошел, точнее, и по ощущениям скажу, хочу сказать, просто наикрутейший мастер. Просто вот, это словами не передать, нужно прийти сюда, почувствовать эту атмосферу. И то внимание, которое он уделяет во время обработки, во время теоретической части, это просто нечто. Я безгранично счастлив просто. Приехал к Квазгену на мастер-класс. Если честно, мне очень понравилось, давно мечтал. И с этим еще не закончил, я еще раз приду к вам. Пришел к Квазгену на обучение. Мне очень понравилось. Советую всем. Вот, прошел этот день, прошел мастер-класс. Вот сидим, обсуждаем итоги дня. Я вот могу сказать по себе, то, что сегодня показал Квазген, то, что я сегодня делал, я этого не делал никогда. И все, кто сегодня участвовали в мастер-классе, могут это подтвердить. Да. Каждое мое слово. Сегодня чему я научился? Вот вроде бы работаю уже какое-то определенное количество времени. Что я не видел? Сегодня то, что я делал, я это не видел никогда. Я сегодня элементарно, вот даже взять мелочь, я сегодня научился заново держать машинку. Заново держать машинку, когда ты делаешь форму. Делать форму, держать машинку, подводить контуры. Как правильно видеть образ человека, который к тебе приходит. Смотря на форму лица, на форму головы, на густоту, вот, структуру волос. Сегодня за один день, за все время, когда я учился, работал, со мной только кто не спорил, что я только не перепробовал, чтобы научиться делать вот такую более-менее классическую форму, где делают везде, в любых барбершопах, куда не посещал, кого не посещал Квазген. Сегодня я научился вот взять чему-то вот отдельное какая-то, сторона, вот как отдельная часть, вот сравнить ее со всеми, я не знаю, я очень счастлив, я не могу эмоции выражать, но внутри себя я очень счастлив, что сюда попал, что научился, дальше просто практиковать. Хотел бы поблагодарить Квазгена от души, вот то внимание, которое он уделяет во время отработки, вот тот результат, которого он добивается, не просто так, а все на нормальном. Нет, делай вот так, нет, дорабатывай, нет, дочищай. Нет. Это очень круто на самом деле. Я очень благодарен. Спасибо огромное. Спасибо. Это от души, не на камеру и ни на что. Клянусь, я вот от души. Ты сам знаешь, я тебя в директ заваливал сообщениями, когда. Клянусь. Это искренние эмоции. Я очень рад. Очень благодарен. Спасибо. Тебе спасибо, Василий. Тебе.